Всем привет, с вами Дошик. Сегодня хотел бы снять трату 40 тысяч коинсов в Зипета. Надеюсь, вам понравится это видео. Это первое видео со звуком на канале, поэтому надеюсь, вам понравится этот формат, и я продолжу в нем снимать. И сначала перейдем в магазин. Для начала хочу купить вещи из моих лайкнутых. Тут достаточно много вещей. Я не буду покупать абсолютно все. Куплю только некоторые вещи, самые важные. Для начала я хочу купить это платье. Так, мне постоянно, когда я что-то покупаю, пишет, произошла временная ошибка, но несмотря на это, все покупается и деньги списываются. Это немного странно. Так, вот эти вот штаны и эту кофточку. Так, я почему-то, видимо, заболела, у меня першит в горле, так что, возможно, будет немного плохо слышно. Я хочу купить вот это, потому что мне нравятся эти брюки и топ. У меня есть нижняя часть от этого топа. Я хотела верхнюю. Так, еще мне нравится это платье. Вот это все. Этот топ, это платье примерно в одинаковом стиле. Мне так кажется. И к ним обоим подходит этот бантик. Выглядит очень мило. Моего персонажа стиль soft girl, поэтому у него нету темной одежды, и мне это нравится. Сама в жизни я одеваюсь темно, поэтому это что-то для меня новое. Так, вот эта вот прическа, она очень крутая, мне нравится, я ее тоже куплю. Я уже потратила 14 тысяч, это так быстро. Так. Так, я прокашляюсь. Все, спасибо. Я хочу купить вот этот вот топ. Что это? Ну да, это топ. И эти брюки. Так. У меня ужасный интернет. Так, все, купилась. Думаю, этот топ я не буду покупать. Потом куплю. Он не очень мне нужен. Ну, думаю, все. Тут больше ничего не буду. Я посмотрю в новинках. Так. Я буду покупать только вещи за монетки, потому что только монетки у меня есть, как вы можете заметить. Так. Мне очень нравятся эти тапочки. Ну, не знаю, покупать их или нет. Мне нравится, что они без пяток. Так прикольно. Еще мне нравится вот. Так, я ее купила, да. Может, клубу купить? Нет, я не буду. Я хочу купить... Да, я куплю голубые очки. Они ведь подходят к... Ну, в общем, неважно. Я случайно надела ободок. Я хочу посмотреть, подходят ли эти очки. Так. Мне надо снять ободок быстро. Сейчас. Угу. Ну, вроде бы эти очки смотрятся нормально. И с этим, и с этим они подходят. Ой, эти тапочки с этим шикарно смотрятся, я куплю. Почему-то мне в последнее время я покупаю своему персонажу голубые вещи. Так, надо купить что-нибудь не голубое. Ну вот просто голубое. Все.
Вот голубой, тут куча вещей голубых. Так, я возвращаюсь в новинки. Так. Ну, я все тут посмотрела. Поэтому посмотрю тут. Вообще, мне надо бы поискать. Хотя я купила эти тапки. Нет, я не буду искать обувь. Я уже потратила половину своих денег. Пока что мне ничего не нравится. Вот это милое платье. Нет, нет, нет. Не то, что я ищу. Так. Нет, пока что ничего нет, что мне прямо захочется купить. Вот этот вот костюм, как у айдолов, они очень круто. Прямо иди выступай с каким-нибудь Girl Crush концептом. Я, наверное, нет. Я не знаю, надо ли покупать мне вообще, в принципе, платье. Нет, наверное, не буду. Да. Да. Угу. Все, не буду. Посмотрю тут костюмы какие-то. Нет, я же решила не покупать платье. Стоп. Все. Я хочу себе какую-нибудь милую розовенькую майку. Так. Нет, это не то. Тоже не то. Я не знаю. Я на самом деле не понимаю, чего я хочу. Мне нравится все практически. О, как мило. Вау. Ой, вот это можно купить. Только с чем мне это носить? Интересно. Вот такая. Они крутые. Я хочу себе футболку розе. Деньги есть, почему бы не купить правильно? Так. Вот это мило. Мне нравятся жилетки. Они очень красиво смотрятся. Эстетично. Так странно, что мода меняется, то есть что-то, что мы считали кринжом, ужасно. Сейчас все это носит и считается крутой одеждой. Я хочу вот эту вот кофточку, она милая, очень милая. Я видела лук с этой кофточкой и штанишками, тоже достаточно милыми. Ой, не штаны, а юбка. Очень милая юбка. Уф, какую зойку. С мишкой. Я обожаю мишек. Вообще я устроила эту трату, потому что у меня критически мало одежды. И мне нужна одежда для обложек. Вот. Я хочу, чтобы у меня были неоднообразные обложки, какие-нибудь интересные. С разной одеждой. Мне нравится этот топ. Он очень крутой. Вообще. Так. У меня осталось 15 тысяч.
Наверное, хочу купить себе прически. Да, сейчас пойду в прически. Или досмотреть это. Тут их много, очень много разных одежд. Это будет долго, если я хочу смотреть все. Поэтому, да. Я пошла в прически. Я не знаю, какие хочу. Я поставлю цена по быванию, потому что там будут только за монетки. Мне вот эта прическа милая. Мне на самом деле нравится нереально. Эта прическа, она немного странная, даже если вот так выбрать. Нет. Я хочу себе сделать такую прическу в жизни, но мне кажется, мои родители меня убьют. Так. Нет, не очень. Мне не нравится. Вот эта прическа, она нереально похожа на прическу Юнаби из драмы «Я знаю, но...» Я вам вставлю фотки сюда, наверное, чтобы вы поняли, насколько это похоже. Так. Мне нравится эта прическа. Она эстетичная. И я обожаю береты. Я в жизни ношу очень много беретов. У меня есть черные береты, у меня есть белые береты, у меня есть разные береты. Я обожаю их. Просто. Может, не купить прическу, как у Нави? Нет. Потом. О, круто. У меня, кстати, вся одежда ведь в последнее время голубая, и еще есть волосы, я их куплю. Интернет, крепись, пожалуйста. Так, все, отлично. Нет, не то, что я ищу. Мишки, я обожаю Мишку, это невероятно мило. Вот эта прическа мне напоминает прическу девушки из Стейси, но это не она, не ее прическа, у нее там концы другого цвета. Я вам ставлю и эту девушку. Так. Ну, в принципе, наверное, мне больше никакие прически. О, вот это очень... О, блин, мне нравится. Очень нравится. Ой, я случайно нажала. Так, уберу это, чтобы не мешало. Ждем. Пожалуйста. Так, отлично. Мне впервые, по-моему, показал приобретен, а не ошибку выдал. Мне так нравятся кудряшки, господи, это так мило. Ой, это немного странная прическа. На самом деле я накопила сумму. Изначально я планировала снять трату 35 тысяч коинов. Но у меня сегодня, типа, 7-й день, когда я захожу в Зипета. Поэтому я решила докопить. Там еще квесты мне дали. Сколько-то монеток. И, соответственно, получилось так, что мне оставалось докопить до 40 тысяч, 3 тысячи, но это достаточно мало. И поэтому я копила 3000. Так, все, думаю, тут все. И не помню, у меня ужасная память. Я накопила сумму 40 тысяч за дня 4 или 5.
Это нереально. Я играю 24 на 7. Мне кажется, это немного странно. Мне кажется, будет зависимость. Да, надо бы играть поменьше. Я даже на сериалы забила. Это ужас. Так. Нету почему-то ничего, что мне понравилось в этом отделе. Не, я не хочу очки. Я хочу себе какие-нибудь аксессуары. У меня их нету практически. О, цепи. Уф. Это с милым стилем. Нормально ведь будет? Нет, наверное, будет странно смотреть с моим стилем. Надо что-то такое. Что-то милое. Да, вот это. О, это шикарно. Мне нравится. Мне очень нравится. Или радугу. Тут ведь нет голубого. Прекрасно. Так. Или все-таки. Нет. Мне нравится вот это. О, луна. Нет, все. Подождите, мне надо купить это, чтобы. Так, волосы я не хочу покупать, мне они не очень нравятся. Ждем. Все. Я поищу еще. Может, мне что-нибудь понравится. И, кстати, думаю снять видео. Способы заработка коинов, потому что накопить за 5 дней 40 тысяч, это очень круто. Может поделиться, как я это делала. Вау. Нет. Ой, как мило! Мне нравится, господи. Так мило. Купить? Нет, это не знаю, мне не очень нравится. Думала, что-то большое надо купить. Хотя зачем? Типа такого? Нет. Так, мне слишком сложно что-то выбирать. Я не умею выбирать вещи. У меня ведь большинство одежды голубое. Можно купить голубые сережки. Тут есть голубые, тупые голубые сережки, я не помню. Пирсинг, я хочу пирсинг. Так, блин, я потеряла теперь эти розовые сережки. Ладно, я их поищу. Я пролистаю все. Постараюсь, по крайней мере. Ну, я, собственно, все и пролистала. Я сейчас ищу опять эти наимилейшие сердечки. Так, это я хочу брать. И куплю эти серьги и сережки. Ой, серьги, сердечки, господи. Я не умею говорить. Вот они. Так, покупаю. А, так, у меня через 15 минут камбэк моей любимой группы. Думаю, за 15 минут я смогу потратить 5 тысяч. Я куплю себе обувь, потому что у меня ее, собственно, нету практически. Вот эти вот кроссовки, милые. Там были, я помню, были розовые кроссовки. Так, все, мне уже не хватит, наверное, деньги на все, что хочу. Я резко вспомнила все, что я хочу. Я глупая. Надо было сразу все. Ну ладно. Переживу без юбки. А может, мне хватит? Так. Я очень надеюсь, что мне хватит.
Я хочу себе купить кроссовки такие пастельных цветов. Я боюсь, что мне сейчас не запишется звук. И у меня будет истерика, если он не запишется. Я надеюсь, он запишется. Так. Где они? Агрессивно ищу. Вот они милые. Да. И юбку. Юбку. Купить юбку сейчас. Какая она? Вот эту. Вот эту. Сейчас проверю. Я просто помню, как она выглядит с этим. Да, это она. О, мне хватило. И еще остается 599. Ну, наверное, будет не критично, если я потрачу не до копейки. Ну, я купила достаточно много одежды. Ну, мне так кажется. Спасибо всем за просмотр. Я, наверное, сделаю луки с этой одеждой. По крайней мере, постараюсь. Я не умею ничего делать. И выложу их в стайл. Вы можете оценить мой ник. ID в Zipet я оставлю в описании видео. Напишите, пожалуйста, стоит ли делать еще подобные видео с озвучкой. Подписывайтесь, не забывайте ставить лайки или же дизлайки, чтобы я понимала, что делаю ли я что-то так или не так. Надеюсь, вам понравилось это видео. Увидимся в следующем. Всем пока.